А перед началом этого видео хочу вам рассказать о лучшем магазине игр ImbaShop. Как вы поняли из названия, я имею непосредственное отношение к этому сайту. На ImbaShop у вас есть шанс заполучить такие крутые проекты, как Overwatch, DayZ, CSGO Prime, GTA 5, PUBG и многое другое, не дороже, чем пара чашек капучино. Это значит, что большинство игр стоит до 200 рублей. Но если вы хотите еще больше сэкономить, то покупайте кейсы с играми от 29 рублей, где выпавшая игра будет всегда дороже стоимости сундука. 100% окупаемости только на ImbaShop. Ну а для любителей покрутить, заглядывайте в наши Dota 2 и CSGO наборы. Больше не надо ждать, пока бот вам скинет вещи или всякие там баны трейдов. Выбивайте шмотку и сразу выводите себе ее полную стоимость. ImbaShop, ссылка в описании. Dota 2 бут. Давно я братки не играл, вообще очень давно. Кто здесь? Так, ну я, наверное, на этом парне и останусь. Цемочка, которая сейчас будет всю карту замораживать просто. Это будет круто. Нет. Ну там, кстати, Дарквилл. Ой, мы еще. И ты еще и саппорт. Я еще и саппорт, да. Ты всегда этого хотел. Да. Так. Друид на шарте. Наверное, Венга, да, будет мид? Венга в салат мид проиграет, там будет медведь. Да, я любую линию в мид в салат проиграю. Любую линию в мид проиграю, понял? Да. Вы хотите, я могу мид пойти поставить? Не-не-не-не-не, давай, пошли со мной. А, пусть идет дазл мид. Ну ладно. Я думаю, это логично, а ты снизу просто не умирай. То, что крипов не добивает, это одно, а вот если ты будешь умирать постоянно... Бля, на улице снег выпал. Да ладно. У меня сейчас на улице, чтобы не соврать, погода в Симферополе. Как? Угу. Не скажешь, может? Погода в Симферополе. Сейчас в месте Симферополь наблюдается переменная облачность. 23 градуса, но никакой переменной облачности. У меня просто солнце в глаза шпарит сейчас. Я на улицу вышел утром, я охерел от такого холода. Я в кроссовках летних. Классика. В кроссовках летних пошел на работу, просто в сугроб провалился в начале. Стратиска, ты пойдешь душить их или нет? Или где? Да я не знаю, в принципе, можно. Сейчас посмотрим. Да я, пожалуйста, вард воткну сначала. Слушай, ну он меня сейчас задушит здесь. Ну ты не лови много, и все будет тебе хорошо. Тут двое, я один, я пошел. Ой, что тут демон, да. Кстати, заметьте, у нас персонажи выпали с таймингом. Т-тайминги просто. Мой все, кроме фейки, Дуба, здесь... Медведь! Что, заданая урону? Да, медведем. А ну, ты хорош, а ты хорош. Так у тебя ж стан был. Так я ж ворон, алё. Я ворон, понял. Ворон — это никнейм. Ворон — это статус по жизни вообще. А сколько у тебя... Какой у тебя ранг в доте? У меня ранг ворон. Да, потом именно он сам. Я... А следующий, знаешь, какой идет? Следующий ранг ImbaShop. Че, говорит? Следующий, говорю, ранг идет, называется ImbaShop. А, и он пришел меня медведем сразу душить. Ясно. Блин, не, ну против фейки стоять сложно. У него урона против больше. Против друида стоять сложно, как ни странно. Ну, как раз, как ни странно. Ах ты ж... Сухарик. Ладно, такой подожду, вот. Пока они отожмут ко мне. А у меня это потерялось, да, короче, да, саппорт мой? Нет, почему? Просто тут, видишь, немножечко душа твоего саппорта пока. Ты этого даже не видишь. Душит. Тут не только саппорта душит. А можно, пожалуйста, мой кор будет нажимать кнопочки? Можно. А не просто стоять и смотреть. Мне нравится стоять и смотреть. Чем тебе не нравится стоять и смотреть, а? Надо пассивно играть. Да, я люблю пофармить крипов. Да что ж такое-то? И даже я... это не получается. Ой, за иллюзии дают проценты, прикинь. Или нет? Да. Так что монта здесь хуже делать тебе. Блин. Я говорю крипов. Зараза такая. Кстати, заметьте, на ванпостах можно закупать. Да, да. Я об этом уже говорил. Все. Все, прыгнул.
Почему 400 урона за 3 секунды? Хождение в астрале. Тут не так много стаков. Блин, мне бы пару крипчиков добить. Вообще было бы здорово. Слушай, а я их там не убью? Там, может быть, убьешь. Да, если попаду. Но это я. Ты же Влад. Я же я, да. Вот если бы ты еще подошел и помог бы мне. Но нет, ты любишь сливаться. Куда? Зачем? Я ж отменил эту хрень. Так, подождите, парни. А, понял. Они вот настолько душат. Они прям душат. Не то, что мы, так сказать. Так, пожалуй, я вот так вот сделаю и вот так. Уже 6-й левел, вау. Да. Да не, скоро они будут умирать. Я понимаю, что я не лучший пангалер в этой жизни. Я второе место. Ну вот, кстати, зацепил. Давай поубиваем. Да, надо, понятно. Убил. Поубивал. Ты что там, сбриваешь сразу, что ли? Не знаю. Она заклебала, но иллюзии. Она из-под своей башни меня бьет. Капец, дальность атаки. Ой, слушай, дай я твои иллюзии зафармлю. Зафармил. Вот его бы еще зафармил бы. Замечательно. Сейчас. Изи. Они так быстро растут. Еще недавно он стоял и умирал от суппортов, а сейчас он снова умирает от суппортов. Так, ну мы нормально, мы прокачиваемся. Можно, кстати, в лесу пойти постоять. Но, блин, в лесу невыгодно стоять. В лесу вообще невыгодно стоять. Кстати, не факт. Мне кажется, все-таки выгодно. А вот против Наги максимально выгодно стоять. Я пошел вниз. Там Нага? Да. Вот как это работает? Я отменяю, оно не отменяется. Она появилась за секунду, да? Что за фигня? Слушай, ты. Стэмка. Я хочу стоять против Наги. Не вылетел. Да, тебе, кстати, идеально стоять против Наги. Да. А мне, может, куда-нибудь другое место пойти тогда? Можешь, да, куда угодно пойти. Ой, 58%. Боже, как это классно работает. Ну-ка, сюда иди, сюда иди. Сейчас, 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 нормально, нормально, вот смотри. Не достал, ладно. Ладно. Блин, как стоять против Арквардена? Ой, этого, Аракла. А никак. Эй, постой, который тебя по своей башне бьет. Старинский, ну тут видишь, в чем суть, я его не могу вообще пробить никак. То есть парень, просто так, его идет. Так, феи нету, феи нету. Ой-ой-ой. Да-да-да-да-да, я так и знал. Это опасно. Больно бьет. Фейнет, фейнет. Я никого сейчас не убил. Так, я иду к ангару. Там я там замингали. Изи. Ой. Так, кстати, БМ. Здесь БМ нормальный будет. Против фейки самое то. Вот это я подкидываю, народ. Ой, Фагалер, смешной герой. Куда страх? Отлично. Спасибо, брат. Понял. Вопросов не имею. Так, а чё-то я такой... 82%. Ну я перепушил его на лайне. Так, а где наши обидчики сверху, да, были? А, понятно. Нага тут припёрлась. Где он? Внизу. Не, не он. Да они гасятся здесь, меня убьешь его, да, сам на пангалере? Или как? Думаю, да, сам.
Ой, давайте я на них пистолет купил, и когда я успел это сделать? А ты умер, брат, наверное, надеюсь. Да, он умер. Молодец, не давай ему жить. Давай. Сейчас будем. Все, будем. Пошли. Делать подожди, подожди, подожди. Подожди, сейчас этот. Выйди из тумана войны. Не видно ли на кого нападать? Она где-то здесь, рядом, она под башней сидит. Да? А, вон. Боже, убейте эту нагу, там сейчас столько будет иллюзий. А, хорошо. Она, ну, специально, да, сама себе руинит? Нага? Да. Куда она пошла? Ты что это? Нет, просто куда она пошла, в принципе. Гулять. Просто что это? Ааа, капец. Машина. А еще и жестан на пол жизни. Вот это я прыгаю! Жесть. Ну и куда меня отправили? Ай, больно, 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 пацаны. Я начал, хотя нет, подождите. Вот так вот лучше. Херак. Ну такое, она и диффуза купить, она может убивать будет. Без диффузов она такая себе. Сейчас бегу. Что там у вас происходит? О! Она-то от чего умерла сейчас? На БМУ. Новости. А, хорошо. Ага, тут ничего нету. Тут, ага, вот тут есть. Вот это там иллюзии! Можно, пожалуйста, мне прям туда? Поскорее. Ой-ой-ой-ой-ой, 146%! Так, у меня Rolling Thunder, длительность 27 секунд, я поехал. А! Да блин! Вот здесь лондрит, ладно. Ага, вижу. То, что они держат меня в бесконечном стане, они меня хейтят. За что меня сделал? Я дазл. Да как мне пролезть? Господи, какая земля приятная. Это капец, конечно. Ой, не туда прыгнул. Где я? Блин, я его отпустил. Ну ладно, ладно. Смотрите, Ракл шутает перед клоном. Да. Это капец, кстати. Есть такое. А, мне, кстати, Октарин нафиг не нужен. А я Октарин начал собирать. Понятно. Вот это я сейчас красиво сделал. Мне бы чуть-чуть маны. Я бегу! Я бегу! Угу, ладно. Мне бы чуть-чуть маны. У тебя цемка в команде, которая бафается этим. Ну вот, очень плохо она меня сейчас бафнула. Не знаю, сам себя плохо бафнул. Логично. Там ДДшечка. Я плохо бафу, ты плохо бафу. Мне аганим нужен. Я просто, ну. Ну гений, да. Да. Я, короче, поехал за аганимом. О, слушай, а ты вот здесь позбиваешь пацанов? Пока. Сейчас, если я выберусь отсюда. Ага, застрял. Вот. Сейчас исправим. Ой, ништяк. Вот, вот так, да, замечательно. Что за? Просто бесконечно. Я знаю, что купить, я знаю, что купить. Все, сейчас будет все. Все, я понял. Где там этот медведь ссаный? Мы выиграли, мы выиграли, мы выиграли. А мы до этого проигрывали как-то? Да, до этого у нас были какие-то проблемы, что ли? Вот я не замечал, что у нас были какие-то проблемы, честно говоря. Ты ж ни хрена себе оглушение. Нага далеко ушла. А это надолго? Это надолго. Мне кажется... Совсем надолго? Совсем надолго. Нет, просто я нашел, что у меня скиллы без КД. Ой-ой-ой, я понял про... Такая уже все было точно. Нахрен пошел. Пацаны, я просто через всю карту прыгаю. Ааа, капец. Где она? Здорово, подруга. Хорош. Смотрите, смотрите просто сейчас, как пангалерская конет. Сейчас, секунду. Ага, это я случайно. Вот. Ой, полетел, я за карту улетел.
Все, полетели. Сейчас будет весело. Сейчас будет весело. Пассивка вообще не опасна. Я нашел кое-что такое, что вообще капец. И аура моя на вас висит или как? Нет. Нет? А, слишком маленький радиус, видать. У меня медаль, конечно, я радиус богаче. Радиус 200 пока что. Барон. Это уже не ново. А вот это... Чё, по лесу, пацаны? Смотри для меня. Ой, это что такое? Да-да-да-да-да, это мы тоже уже знаем. Это тоже не ново. А можно когда-нибудь пангалер перестанет? Когда что-нибудь новое придумаешь... А, нет, этот... какого? Меня... Этот, что за демон контрит? Что ты делаешь, чтобы у меня было? Там прыгни ты куда-нибудь. Мне нужен 30 уровень. Понятно, Shadow Demon, ГГ. Там талант, да, на КДР? Ты просто его сбри... Я не знаю, где я, подожди, я опять улетел куда-то. А, понял. Могу, умею, практикую. 107%, у кого сколько? 189. Пацаны, я улетел куда-то. Так, слетаю я, наверное, домой, возьму-ка себе травела на всякий случай. Так, это есть... Сколько у тебя там держит? Немного. Так, дальность ударов. Дальность скачка. Ой, слушайте, это я могу... Типа вот не так вот как-то встали. Делать. А что у вас там происходит? Я понял, псих веселится. Я понял кое-что. Оставь. Нет. А, ты... Ты про что-то там? Да. Найс ногу. Почти. Ой, убил. Чего не убил-то? Ну ладно, вот. Подождите. Почему мана так? Настройки, автоатака всегда. Пошли. Мне кажется, тебя сейчас убьют. Молодец. Молодец, нога. Ты прям умница. Ё-моё, куда я улетел? Зачем? Где? О, я под карту улетел. Все, пока, отдыхай. Да, пока не было. Демон, иди сюда. Блин, надо под карту было прыгнуть. Убежал. Что ты кошнулся на меня и все. Он остался. Слата, ты не хочешь рожу какую-нибудь убить? Кого? Рожу. Так, он мертвый. А, да? Что вы это? Выиграли. Каким образом? Ну, в целом-то мы и не проигрывали. Ну да, кстати. А тут скалпался ГГ, я думаю. Больно. Я вообще вот так могу делать. А, это наша ВНГ, ё-моё. Да-да-да. Ты чё, тут меня бить уже собрался? Да я уже прилетел. О, слушай, а ништяк. 168, это прям здорово. Пираты. У тебя там без КД. Магнат, я магнат. Сейчас просто прокачусь. Ой, там Shadow Demon опять приперся. Ой, куда я прыгнул? Обратно в таверну. Я просто ударился и улетел обратно в таверну. А, у него тоже без кулдауна. Что-то выебывались, пацаны? Сорян за мат. Не ругаемся. Блин, быстрое воскрешение, я не успеваю толком побегать этой самой. В смысле, как ты его убил? Иллюзии. Я не знаю, я просто вот, вот. Так, что мне огоним дает? Как-то вот так это все происходит. Мне... Нужна какая-нибудь книжка, наверное. Не, да, о, все, я завис. Ой-ой-ой-ой, а что это у нас тут такое? Нет! Нет, не надо, пожалуйста! Сука! Ты смотри, куда я улетел! Расслабься! Я опять просто за карту сразу улетаю.
Сколько у тебя уже процентов? 353, но у меня больше. У меня больше, конечно, ты же добиваешь, вот когда. Я тоже могу встать на их фонтане и начать убивать. Да он, смотри, что даза он нас творит. Да, с такой штукой я его проворачивал, мне интересно. Лично для меня. То есть я могу вот так делать. Окей. Там, Пашки не чуть-чуть осталось. Внизу. Остановись, пожалуйста. Все, я пытаюсь остановиться. Я стою. Не, норм. А, даже не до сюда, а серьезно? Не, до сюда есть. Ага, понятно. Им надо меня сейчас убить. Больше льда. Ай. Нет. Стоп. Ладно, ребят, давайте, короче, просто закончим, потому что это жесть уже какая-то. Пуш весь собрался. А улечется, улечется, улечется. Куда я улетел? Смотрите, куда я лечу. Оп, приземлился, отлично. Не-не-не, стоп. Остановитесь. Просто пушим. Так это легко говорить тем, кто может пушить. Я ЦМ-ка. А, меня убили. Нет, меня не убили. Я вон максимум, что могу сделать, это набрать статов. Посмотреть, я пушу как боженька просто. А у меня Новый год. На сколько, интересно? А, ну, кстати, полкарты. Новый год на всю жизнь у тебя. Где? Всё, понятно. Закончили пушить. Да. Блин, да я только предметы закупил. Ой, здрасте. Пингвинитика будете next. Она вообще бесконечная, да? А, там трон уже падает. Отлично. Я как раз предметики закупил для пуша трона. Я тоже. Все. Все. Ой. Блин. Ну, это реально, это веселая кастомка. Чуть-чуть надо еще поярче сделать, чтобы более сбалансированные игры. Ну, уже игры по 17 минут, это прикольно. Ну тут всего лишь 1% усиления. Я думаю, это будет обычная катка. Очень-очень длинная. Ну, не очень длинная, но... Полчаса такая. Где-то примерно. Да-да, но это хоть будет более-менее играбельно. Да. Ну, пойдем, я тебя посопорчу. Кроме Баратрума, на самом деле. А кто из них на миду будет? Мне просто интересно. Ой, слушайте, а я сделал одну очень большую ошибку. Я очень плохо сбалансировал команды. Да не, нормально. Что-то, я могу на миду постоять. Я постою. Или Артём хочешь? А, надо. Вам будем рунать нажимать или убивать? Можно. А, ну. Можно нам убить. Надо, нам надо фармить, фармить и убивать. Или замедлить, а ты будешь ракетками убивать? Да, давай. Артём, скажи что-нибудь. Нам да. Ой, нет, лучше обратно замутать. А блин, Феня тут не сойдет. Все будет четенько. Нормально, слушайте, но если вот с такими настройками она будет более-менее играбельная, мне кажется, поинтереснее будет. У тебя как бы и мега-сильные скиллы будут, но и в то же время ты не будешь на третьей минуте делать 50 подряд рампейджей. Ну да. Мне кажется, что это вообще будет самая интересная кастомка среди всех, что мы играли. Да, она прям вообще мега-круто будет. Слушай, пока ты тут, скажи мне, пожалуйста, что такое... Да. Апельсины, тут... апельсины, огурцы и мороженое. Как это все вместе вообще? Хорошо. Я просто кое-как успела эту позу, вот она это... замерла. Слушай, блин. Она просто замерла. Посмотри. Я конечно, я сейчас все это записываю, но скинь мне эту фотку, я просто... Ё-моё, она еще и облизывается. Только размазалась на портрет. Уродец. Она такая важная. Опа. Есть! На мужика! А давай его... Подожди, нет, он меня убьет. Да, он меня убьет. А ты его убьешь. Отлично. Хорошо. Блин, жаль, курьера здесь еще не быстро. Так было бы вообще замечательно. Да, вот курьеров тут дико не хватает. Ой, как этот Ода прям вообще старается. Да, потеряет. Это ж хорошо. У нас
Тупо душим. До свидания. Можно я динай хотя бы тогда буду, чтобы мне тоже что-то да, было? Да, 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 конечно, динай. Так, кто к вам говорит? Я, да, я не сразу понял, кто с кем стоит. Блин, мне так удобно было с тобой стоять, Влад. Почему? А, потому что мы с тобой всегда клеим. Голосом не путаешься. Да, 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 да. Ну, видишь, герой у тебя не тот чуть-чуть. Я по привычке, сорян. Да, да. В принципе, не все же нам стоять вместе. Угу. Все, пацаны, наигрались? Блин. Да. Вы там сейчас задоминировали свое? Да, очень сильно причем. Красиво. Если что, вот тут можно закупаться. Да, хорошо. Где? А, там, где раньше были шрайны. Не шрайны, а, ну ты понял. По бокам, короче. Ой-ой-ой. А, у меня одного повисло, меня слышно? А что там так мало фрагов? Ой, ударов по ней надо? Да, 3 удара. Давай его убьем. Беги. У меня птички есть. Ага. Пацан на пути. Не-не-не, там перекачивается нормально. А вот один. Все, 25% есть. Давай ты. Ой. Слой какой-то. Я ушел тогда отсюда. У меня счет мультикаса там вообще лютый дамаг. А у меня шансы 100% на четверной мультикас будут. Просто вышел. Ништяк. Это что такое? Почему так много урона? Живешь? Да, живу. У меня 100% шансы будут на четверной. Не уводи так далеко крипов. Да, пытаюсь. Ты их куда-то позабирал всех. Я хотел в лапку их отвезти. Отвел? Отвел и обратно вернулся. Ну и где-то? Хотел сказать, как ты 7 уровня? Но мы все 7 уровня. Да. Ой, красиво. О чем? Да, тут, короче, самое главное, героев почаще убивать. Иди сюда. И вообще нормально будет. Ой, нифига. Надо шрам. Тупо душим. Зачем я сюда пришел? Не знаю. Пойдем меня скуплем. Смотри, опять злой бежит. Ой-ой-ой. 40%. Пацаны, у кого сколько уже процентов усиления? 19. Ну, мы, в принципе, с Феней нормально разделили. По-честному, так сказать. Почти закрыл, брат. А, у яйца тоже это... Тычки увеличиваются. Будет плюс? А, не, это плохо. Типа я жирный. Так, яйцо надолго. Кстати, больно. Яйцо очень надолго, будет хорошо. Причем? Блин, отдался. Я кому... А, ты ему отдался, блин, вот это нехорошо. Где враги? Яйцо будет... Это так. Плохо, яйцо долгое. А на сколько? А, ну уже у тебя усиляется по времени. Ну хотя, в принципе, попробуй его убить. Чё? Ты побежал? Башек хоть один. Понятно. 10 башков. Не-не-не, а. Там чуть-чуть. Ещё лазер. А ты чё такой о-о дерзкий, а? О, давай. Ну-ка, выйди. Выйди и зайди нормально. Как? Ты продолжил еще ракетку. Выйди, да, дружище. Ну. Я знаю, что здесь надо добавить. Да. О, хорошо. Не. А что это такое? Слушай, а не хотим тут подраться? У меня есть прокаст. Ну, хотим, конечно. Прям спрятался сейчас? Я попаду сейчас. И я попаду сейчас. Ой,
отлично. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, не надо. Чё там? Я умер, так ничего, в принципе. А, вижу-вижу. Не надо, не надо, Артём, давай не надо. Ну, очень хочется. Ну, раз хочется, то страдай сам. Ладно. А страдать когда будешь? Что, страдай? Я это, не с тех. Не с тех? Не со страдальцев? Да. Слушай, все равно быстро игра развивается. Ну, это хотя бы не так имбово. Да, не третья минута, и мы получили хотя бы 12 уровень. Да, у меня всего лишь 64% усиления. Ой, кстати, меня за... 64, у меня топ 34. 93. Ой-ой-ой. Ну, Артём очень много бегает, убивает. И крипов тут максимально невыгодно мы сделали фармить. Ну почему? Я бы не сказал, что это прям невыгодно. Не, почему? Типа я в миду смог из крипов убить первый раз чела. Я чела просто преднавил, у меня было 10%. Не пойду. 10%, ну хотя 10% это тоже сильно. Ой, брат, зря ты сюда пришел. Брат, колюш. Показываю. Опа, вижу. Не убил. Ладно. Опа, вижу. Опа, не вижу. Иди завтра еще. Сейчас. Я со всеми сразу дерусь. Одновременно. Шарти улетел. Отдыхать. Думал, больше я думаю, долго буду бежать до вас. Ну давай, брат, молодец. Артём, хватит всех убивать. Понял. Не дыши. Не дыши. Не дыши, я бы сказал. А кто-то все уже зафармил. Пролетел просто сквозь всех крипов. Иди сюда. Охренеть. Чего? А, пацаны, я умер. А, наверное. Ты... Что за миссы? Я ради купил. Иду помогай. О. Нормально, нормально, я справлюсь. Нет, не справишься. На взлет. А я бы справился. Да я и сам прекрасно. Правда. А куда улетел-то так далеко? Они варды ставят. Я тоже. Бара 84, хорош. Показал. На тебе. Яйцо. Ты почему? Давай, 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 пробей, пробей яйцо, пробей, пробей. Чё? Артём. Вы прям там жестко их задушили, пацаны. Ну, сейчас это отойдем. Кто-нибудь. Кто ворды ставит, а ну-ка. Ворды, кстати, классная тема. Блин, ну они сейчас по лесам начнут ныкаться. А, что, простите? Ладно. Ой-ой-ой, смотри, там полетела ракетка куда-то. Кому она сейчас прилетит? На! Да, просто покури, парень. Курить вредно, кстати. Дисклеймер. Угу. Какой у меня радиус? У меня радиус еще не очень большой. А, радиус лица ракет. Найс. А ты семидасик А собрал, да? Да, это ты. Тарасов? Брат, ну что, брат? Зря ты убежал. А можно, пожалуйста? Да где он там? Мри. Он умрет сейчас. Ой, постоим, подумаем. Надолго, интересно? Блин, мне надо Каю собрать. Спрятал, по-моему. Нет? Где он? Иди сюда. Не, братан, это была очень плохая идея. С твоей стороны довольно опроменчиво. Мотор больше не кашляет. Как же меня это радует.
А это кто? Второго, а больше, меньше, кто? Ой, больше, чем КД. Там-пам. Есть такое. За курву там поосторожнее. Блин. Крыса. Где крыса? Пацаны, у меня кулдаун. Минус одна секунда кулдаун. Смотрите. Мию. Куда полетел? Опа. Дайте 20-й, я буду летать по всей карте. Как я? Да. Да что ж такое-то? Вот так вот. Кто тут настакал? Они опять сняли мобарды. Черт. О. Все. Полет удвоен. Полет. Да. Не-не-не, Артем, это мое. Челик сгорел. Сори. Гений. Что за токсик? Кто такой Golden Guy, понятно? Да, а откуда он взялся, лол? Я его впервые вижу и больше не хочу его видеть. Ничего личного, братан. Мне кажется, я кручусь быстрее. Слушай, ну да, вот так вот реально поинтереснее становится играть. Ну как бы не для всех интереснее. Но в принципе интереснее. Да выпусти меня! Умри. Вот он, яичко. Дай посмотреть. Нет, моя рампага! А, не, нормально. Просто, пацаны, Армагеддон устраиваем. Давайте по миду пройдемся, пропушим. Чё, закончим, что ли? Ну да, еще одну сыграем. С такими же настройками, только другими командами. Нормально. Ладно, попробуй побить. Должен пулеметом бить. Я за карту улетел. Опять я бегаю, кстати. Знаете, вам по пирожку. Горите. Горите. Ударьте, давайте, ударьте, ударьте. Слушайте, а дайте я пойду туда что-нибудь кину. А, ты уже кинул? Смотрите, лечу. Ай, лечу, ай, яйца не было. Ой, меня закрыли. Заканчиваю, заканчиваю, пацаны. Все, 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 это уже душилово. Не, уходи, иди бей эти вышки. Слышишь, Артем? Артем, иди бей вышки. А может мы закончим просто став фрагами? Да, став фрагами. Не-не-не, Влад отключил. Я отключил, да, это. Они меня убили, пацаны. Могу врагу теперь. Уже я кастую. Мощнее будет. Я пришел. Дайте мне шмотку забрать. А хоть отлиться второй скилл. А, дайте, пожалуйста, на меня вот это вот говнецо. Спасибо. Что ты хочешь? Смотрите прикол, пацаны. Полазил. А это как? Че яйцом влетит? А это как? Это талант, это талант. Это называется талант. Чтоб не мешали пушить. Это прирожденный талант. Блин, чё я тут забыл? Я умер. Это жесть. Это же жесть, ежи. Мне понравилось. Давайте еще. С такими настройками.